Что касается двусторонних отношений, рост объема торговли — это, конечно, позитивный факт. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют. Подписанные сегодня документы и договоренности, уверен, помогут нам и в этом направлении. Уверен, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах. Сегодня мы также провели обмен мнениями в связи с новыми транспортными коридорами. И транспортный коридор Восток-Запад, и транспортный коридор Север-Юг проходят через территорию Азербайджана. На территории Азербайджана вся инфраструктура создана. И таким образом открываются прекрасные возможности для сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Члены делегации проинформировали нас об очередном заседании совместной межправительственной комиссии. Последнее ее заседание было проведено 2 года назад. Очередное заседание комиссии, наверное, будет проведено в этом году. Уверен, что все данные президентами указания будут серьезно обсуждены. И таким образом мы сделаем очередной важный шаг в направлении сотрудничества. Уважаемый господин президент, ваше превосходительство, хочу еще раз выразить вам благодарность за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Уверен, что мы вновь встретимся с вами в ноябре в Баку в рамках КОП-29.